А сегодня приготовим вот такие куриные хрустящие пончики в сырном соусе. Для пончиков нам необходима куриная грудка. Вот так вот измельчаем кубиками. Отваренный картофель, чеснок и лук. Все, нарезаем и отправляем перемалываться в мясорубку. Готовую смесь мы перчим, солим, добавляем панировочные сухари, тщательно все перемешиваем до однородной массы. И вот таким способом мы выкладываем наши колечки на бумагу кондитерскую и отправляем на час в морозилку для замораживания. Тем временем мы приготовим соус. Нам нужен чеснок, кусочек сливочного масла, молоко и 3 ломтика сыра чеддер. Ставим на огонь, медленно помешиваем, и огонь у нас тоже медленный, пока сыр не расплавится. Вот и прошел час, дальше готовим наши замерзшие пончики. Обволакиваем в яйце. Далее в муку отправляем и в панировочные сухари обжариваем все на растительном масле. Вот такая красота у нас, друзья, получилась. Очень вкусные, хрустящие, нежные. А чесночный соус придает пикантный вкус нашим пончикам. Приготовьте, я думаю, вам понравится. Не забывайте ставить лайки, мне это очень приятно. Всего доброго вам!